Я скажу, что получилась сегодня довольно хорошая боевая игра. И сегодня я хочу сказать своей команде большое спасибо, огромное. Они в 11 человек переиграли команду из 14 человек. И сказали еще один раз всему футбольному миру Молдовы, что сосать пишется через первую букву О. И это должны все услышать. Олимпию просто так, голыми руками, даже в 18 человек не возьмешь. И это все должны знать сегодня. Потому что было 11 игроков на поле, еще трое арбитров, которые просто разменяли свою футбольную честь вот на этот матч. Я от Геннадия Красношана такого цирка не ожидал. Для меня это был уважаемый человек. Сегодня я его просто не то что не вижу. Он и так маленького роста, он стал еще на 20 сантиметров ниже. Поэтому мы не будем подавать апелляцию, мы сейчас сделаем такую маленькую нарезку, где мы покажем все судейство Молдовы за этот первый круг и вынесем его на суд зрителей. Все футбольные матчи Милсами мы подымем, все наши футбольные матчи мы подымем и мы обозначим. Фейерплей, будет фейерплей, пацаны, я всем обещаю это. Несколько о перспективах команды вот в ближайшем межсезоне, все-таки, если так дистанцироваться, немножко отвлечься. Да, что отвлекаться. Сегодня у нас очень хорошая боевая команда, и эта игра еще один раз показала это все четко. И да, мы усилим там некоторые позиции, как бы, но в принципе я доволен сегодня игрой. У меня на поле было 11 бойцов, те, кто вышел на замену, не испортил игру, они укрепили. Я еще, меня переполняет гордость, что я президент этих ребят, и мне сегодня не стыдно с ними идти и в бой, и в разведку. Какие перспективы? Сейчас мы отдохнем, сделаем маленький вдох, поедем на сборы, поиграем пару-тройку игр хороших, и со второго круга будем показывать Молдавии, кто что чего достоин, и это. Только игры будут чуть-чуть другие. Я обещаю всем это, всем президентам, и это. Раз вы хотели фейерплей, будет все видеть, что такое фейерплей в отношении Олимпии. А все-таки итоги какие-то вот? Итоги. Я доволен тем, что сегодня происходит, и меня единственное беспокоит, что вчера полфедерации было на матче Шерифа и Гагаузии, а сегодня на матче дерби не было ни одного человека с федерации. Вот это меня беспокоит. И очень-очень сильно я переживаю за это. И, конечно, в такие моменты судьи позволяют себе некоторые вещи, которые они не должны себе позволять. Понимаете? Я никогда, вы знаете, весь первый круг я молчал, хотя мне есть что показать. И я еще раз говорю, мы это покажем на своем сайте, сакцентируем на всех моментах судейских. И пускай люди принимают решения. Если федерация не примет никаких решений, то вполне возможно, что мы снимем команду после перерыва. Я это официально заявляю всем. А все знают, что мое слово я сказал, и я сделаю. И чтобы они не думали, что я кем-то или чем-то манипулирую здесь. Это мое слово. Мне есть где играть в футбол. Я заберу ребят и уеду в другую республику играть. Если здесь не будет порядка и будет цирк устраиваться, то пускай играют в цирк другие клоуны. Тут есть у нас короли, оказывается, в нашем чемпионате, а есть холопы, да? Ну так вот, давайте, пускай короли тогда играют, а мы шутами не будем. Это мое слово, и пускай его воспринимают все, как хотят.